Доброе утро! Если вдруг вам с утра захотелось роллов, то вот, пожалуйста, сегодня мы их и приготовим. Сделаем мы это вместе с преподавателем японского центра Аллой Мисаяко. Доброе утро! Доброе утро! Итак, сейчас мы будем готовить что? Нуримаки. Нуримаки. Как мне подсказали, нуримаки – это нури – это водоросли, вот эта вот бумага из водорослей, а маки – это заворачивать. Для приготовления нуримаки нам потребуется форель, отваренный рис, свежий огурец, сливочный сыр, листья нори и имбирь. Прежде чем заворачивать в нори ингредиенты, нужно их подготовить. Для начала режем рыбу. Рыбка у нас слабосоленая, это у нас, это форель у нас. Вот, резать ее нужно такими ломтиками, не толстыми, не тонкими, такими, чтобы они легко заворачивались. С помощью бамбуковой салфетки мы будем закручивать роллы. А пока кладем на нее листок нори и сверху аккуратно выкладываем рис, так, чтобы он не выходил за края водорослей. Рис – это не то чтобы какой-то специализированный, это обыкновенный краснодарский рис. И сваренный не таким уж там каким-то дико невероятным способом. Все, в принципе, рецепты такого риса можно найти, но в данном случае вот он выварен сначала немножко совсем закрытой крышкой на сильном огне, и водички было чуть больше, чем риса, там где-то буквально сантиметра на 4. Потом 4 минутки на среднем огне, и потом еще там, 10 минут на совсем маленьком, потом еще 10 минут поставил с открытой крышкой. Выкладываем на рис сначала огурчик, который мы заранее порезали тонкой соломкой, затем кусочки слабосоленой форели, и сверху намазываем сливочный сыр. Хай-хай-хай. На мой взгляд, сыр удобнее выкладывать японскими палочками. Давайте я покажу, как правильно это делать. А я, кстати, люблю, чтобы лосося и сыра было побольше. Ну, для завтрака такое блюдо, наверное, будет тяжеловато, потому что все с утра торопятся. Но, с другой стороны, если есть время, почему бы и не провести его с удовольствием, готовя с утра для семьи и для себя такой вот... интересное, по крайней мере, блюдо. Теперь самое сложное. Вам нужно будет скрутить это все в большой ролл. Перед тем, как резать, просто ножом не берется. Перед тем, как резать, мы нож обмакнули в воду вот таким образом и еще перевернули, чтобы по нему, по всему растеклась водичка. И дальше смотрите как. Оп, и нож очень легко вгрызается, врезается, как по маслу идет по роллу. Саяко, спасибо вам большое за то, что мне удалось первый раз в жизни приготовить роллы, ну, правильно называется, нуримаки. Спасибо. Приятного аппетита. Да, я сейчас это буду есть, а вы возвращайтесь в студию Утро ТВ.